Как он? Очнулся! Да! Помогаю! Дырок нет, вроде. Питон, ты совсем отбитый? Да я ж проверить решил. Молчи. Во-во, молчи лучше. Теперь они так просто от нас не отстанут. Сейчас за новым боекомплектом сгоняют и вернутся. Это майор на борт эту дрянь навел. Вот сука. Все, вставай. Блин, я к твоим талантам никогда не привыкну. Привыкнешь. Спасибо. Как себя чувствуешь? Нормально. А что происходит? Где мы? Где Гош? Не помнишь ничего? Нет. Гош погиб. Я открою. Да видит он все. Вот жук, а. Он устроился. Let's forget about our parents. Kisses cloud, 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 my mind. Папа!
Пацаны, гость! О, гость. Мужики приехали. Вот это сюрприз, а! Мужики, цыган. Цыган, черт ты кудрявый, а! Гош. Здорово, Гош. Здорово, здорово. Ну? Че, сишки отрастил? Ну так хорошею, зато вы не изменились. Константин. Питон. А? Ну признавайтесь, кто придумал? Ты? Ты? А че большого не взяли, а? Блин, пацаны, я, по-моему, так соскучился, а. Думаю, ну какой день рождения без друзей, а тут вы нарисовали. Все, пойдем в дом. Кость, ты извини, у нас времени нет совсем. Ага. Да такая шутка типа. Да какая нахрен шутка? Дай нам лодку, пожалуйста, или заправь хотя бы, мы дальше поехали. Стоп, стоп, куда вы поехали? Все, край цивилизации теперь тут. Дальше дороги нет, паводком смыло. Да куда вы спешите-то? Пойдем в дом. Киру похитили. Да? Давно? Два дня как, урод один. Он там на катере, а мы вон на джипе вдоль берега хреначим. Ну, на моей лодке вы по-любому его не догоните. Тут вертушка нужна. Так, ладно, поехали. Да я не понял, я что, похож на пацана, у которого нет вертолета, что ли? К-32 вас устроит, крейсерская скорость 300 км/ч. Да, ладно. Да. Завтра утром с пасеки прилетит, мы Киру за час догоним. Завтра только, а пораньше никак? Так связи нет. Да ты не дергайся, я тебе говорю, завтра утром прилетит, заправимся, она к обеду уже дома будет, я тебе отвечаю. Пойдем в дом. Да пойдем, говорю, вы че? Ну, а какие варианты еще? Да нет у вас вариантов, все, пошли в дом, вы хотя бы в порядок себя приведете, все, пойдем, мужики, Питон, пойдем, все. Мужики. Гош. Я всегда буду с тобой. Нужно драться? Будем драться. Нужно любить? Ты знаешь, как я умею любить. Придет время умирать? Не смей даже думать об этом. Ты только найди меня. Ладно? Что с Гошем-то? Я смотрю, он сам не свой. Ну, помнишь, каким он был, когда Женьки не стало? Да, сумасшедшим. Если бы не Кира, он себе точно бы шею свернул. Сейчас то же самое, только хуже. Еще не знаю, что с ним будет, если мы Киру не найдем. Че несу? Найдем, конечно. Пс-пс. Так мы думали, это тупари, а вдруг Гош кричит это сверху. Нас такой расплох застали. Эти дроны, откуда вообще? Кто их послал? Мы до сих пор не знаем. Я же говорю, это майор маячки разбросал. Да. Ну а что, он и у Шмона был. Ему морду набили, он ушел. А потом лагерь взорвался. То теперь ясно, что это он, а не тупари. А кто такой этот майор? Кто бы знал. Да мы его к стенке прижмем, он скажет. Кость, с вертушкой точно никак не связаться? Да точно никак. Я тебе говорю, не дергайся. Утром будет как штык. А кто у тебя, кстати, пилотом? Это отдельная история, кстати, уржетесь. Я этого пилота в военной части нашел. Он там в продовольственном складе сидел один. Что за хрень? Вечернее построение. Порядок есть порядок, пацаны. Приглашаю. Это коньяк выдержан? Да Костя Воронцов. Ох, ёперный театр, я без фраг. Дружина, равнясь! Дружина, смирно! Уважаемый председатель совета дружины,
личный состав дружины имени пионера-отличника Володи Воронцова к вечерней линейке построен. По списку 17, в строю 14. Трое. В экспедиции. Трое в экспедиции. Больных и беременных нет. Дежурная Анфиса рапорт сдала. Рапорт принял. Дружина, сегодня я вами доволен. Все молодцы, все получат поощрение. Спасибо за честный труд! Рады стараться, товарищ председатель! На спуск флага стоять! Смирно! Флаг спустить! Дружина! Сегодня у нас гости. Те, кто помогает мне их встречать, остаются работать, а остальные могут отдыхать. Дружина, разойтись, сестры помогают. Не бойся, не трону. Я все равно тебя вижу. Как тебя зовут? Сарын. Хочешь есть? Ешь. Зря пришла. Помощи не получишь. О какой помощи ты говоришь? Ты хочешь, чтобы тебе помогли родить. Сарын все видит. Что еще видит Сарынь? Ты любила, потеряла, не можешь выносить. Сарыне тебя не жаль. Ты сама пришла. Подожди, ты здесь живешь? Тут есть еще какие-то люди, покажешь мне? Пойдем. Это у меня батя, он просто пионером был, в Артек ездил. Но это он мне рассказывал про все эти дружины, подъемы флага, горны. Ну вот это все чистота, красиво, порядок, дисциплина. Мне это так все понравилось. Я себе это все представлял, мне так хотелось в его детство. Ну, помнишь, что у нас происходило? Да, конечно, помню. Вон, ножки Буша, вот, бандосы вот. В трениках, шприцы у подъезда. Да-да-да. Тебя да, тогда да, не было еще. Потом батин институт закрыли, жрать стало нечего. Он мне, кстати, кандидат наук был, на секундочку. И он начал в Турцию ездить с этими челноками. И там его зарезали за 200 баксов. Короче, он был бы рад, что я дружину в его честь назвал. Ладно, память с нами. Давай-давай-давай-давай. Память с нами. Память с нами. Память с нами. Ты, конечно,
Молодец, товарищ председатель. Полет. Полет от имени и по поручению. Нам прикалываешься? Да нет, ну, серьезно. Тупари вон везде дикие. А у тебя, смотри, чистенькие, опрятные, по струнке ходят. Ну? Пацаны, секретная. Смотри, Анфиса! Иди сюда. Сестры! Смотрите. Рекомендую, какая, а? Смотрите, хорошая, они мне все тут такие. Я вам на ночь пришлю по одной. Ну, жизнь-то продолжается, мужики, а? Ты что, типа, право первой брачной ночи легализовал? Не понял. Почему только первый? Любой. Смотри. Стой здесь, стой. Внимание. Анфиса. Стоп, 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 стой, 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 подожди, 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 подожди. Оп! Айда, 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 ну-ка, ну-ка. Так, 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 давай, 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 ну-ну-ну. Вот, 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 ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, вот, 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 ну-ну, и... Оп! Потом дам. Все, идите. Потом дам, пошли, пошли обе. Потом, потом, потом сказал. Иди, 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 а? Смотри, какая, а? Ну, как? Это... Что такое сейчас было? Короче, не за эти витаминки себе руку могут отгрызть, прикиньте? Я сам случайно узнал. Так ты... не молодец, товарищ председатель. Беру свои слова обратно. Ты сволочь. Не понял. Это как школьникам наркоту впаривать. Ой, только не надо, пожалуйста, мне об этом, а? Я мент, и про наркоту побольше твоего знаю. Кому я плохо делал? Вот этим тупарям, что ли? Да их с витаминок прет так же, как тебя с водки, блин, только без похмелья. Ты серьезно? Да. Серьезно? Гош, да скажи ты ему, ты что, скажи, что он сволочь? Да это как у индейцев Манхэттен купить за 3 одеяла. Да, как бы сделка состоялась, все круто. Но только ты мразь в этот момент. Слушай, если бы у нас поменьше об индейцах думали, толку бы было больше. Вы вообще понимаете, что мы последние, а? В смысле последний? Да в прямом смысле. Последний, кто умеет читать, кто умеет писать, кто штаны носит, в конце концов. Да их учить бесполезно. Они после нас шерстью покроются, на деревья полезут. А мы, мужики, мы останемся в их легендах, как великий бог Гор. Вот. Придурочный бог цыган. И вот добрый, ласковый бог Костя, который милостиво их трахал и дарил радость в таблетках. Цыган. Да пошел. Время будет, пойду. Все пойдем. Они уже близко. Быстрее. Что ты делаешь? Люди, помогите! Помогите! Заткнись! Сарынь тихо пришла и тихо уйдет. О, гады, сволочи, помогите! Замолчи! Так, они совсем рядом. Нужно уходить! Люди, на помощь! На помощь! Я не с ними! Отличника Володи Воронцова на поднятие флага стоять смирно. Флаг поднять. 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 Флаг жечь. 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 Флаг жечь, флаг жечь, флаг жечь.
Разойтись! Я тут в лесу к северу недавно семью нашел. 3 мужика, 5 баб. И вы не поверите, они до сих пор не знают, что стряслось. Представляешь? Москва, блин, в развалинах. Нью-Йорк разбомбили, блин. Париж в труху. А они не знают. Как жили, так и живут. Прикиньте, что это говорят, давно геологи не заезжали. Я хотел сказать, мол, все, ребята, миру капец. А потом думаю, зачем? Для них же ничего не изменилось. Они же никого, ничего не потеряли. Счастливые люди. Пацаны, вы не чувствуете? Паленым пахнет, нет? Анфиса! Горит что-то? Анфис! Горим, пацаны! Питон! Уходите, Карачун идет. Так ты кто такая? Это Икота, она со мной. Твою мать, я знал, что нельзя задерживаться. Спокойно, спокойно. Кто придет, того встретим. Спокойно. Все нормально, пойдем за мной, за мной. Давайте. Да, с таким огоньком день рождения я еще не отмечал. Быстрей. Фига себе арсенал. Ну а что, у нормального волка всегда есть запасное логово. Мужики, разбирайте оружие. Давайте посмотрим, что у нас там за карачун. Ага. А вот так. Такой уж и дурак этот ваш приятель. Ну что, как старый добрый? Жалко, большого нет и Киры. И краба. Точно. Тебе не шуметь. Сейчас обе на корм пойдем. Нет, без меня. Откройте! Эй! Откройте дверь! Что происходит? Кормится. Кто? Ультима. Кто же еще? Что вам нужно? Кто у вас здесь главный? Я хочу с ним поговорить. Вы меня слышите? Эй! Или как там тебя? Хочешь жить? Слушай меня и прикажи этим.
Как только откроется дверь, бросаемся все вместе, поняла? Все поняли меня? За мной! Я буду рядом. Мог бы хоть растяжки какие-нибудь возле входа поставить. Теряешь форму. Раньше ты соображал быстрее. Учись, кудрявый, пока я жив. Гуляем, пацаны! А то! Затачиваемся, встретимся на причале. Давай, 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 давай! Возьмите мне их! Догоню. Беги, беги! Что я до 30 не доживу, а уже полчаса, как мне 30. Поздравляю. Спасибо. Костя, питон! Главный смысл в жизни появился. Задержать индейцев, чтобы поселенцы могли спастись. Всегда об этом мечтал. Где твоя девчонка? Она нас загонит. Хорошая она у тебя, береги ее. Воспитатель изменил херовый. Ну вот стрелок вроде ничего. Питон, Костя, сюда! Пацаны, пошел. Давайте. А ты? Пошел, говорю! Давай! Да что давай-то, мотор там херовый, говорю же, перебрать бы. Ну, может, другой жизни. Давай, давай, пошел.
Давай к причалу, к причалу! Да я пытаюсь! Уходите, пацаны! Гош, стреляй! Стреляй, Гош! Да куда, по Косте? Падай! Падай! Ты как? Не, я так больше не могу. Слушай, я попрошусь, наверное, в обслуживание Ультима или в системщики. Да хоть в пищеблок. У меня сил нет больше на это смотреть. Неужели так устала? Сегодня такая спокойная смена была. Спокойная? Одну деревню под корень, потом другую. Все нормально. Это плановая расчистка. Там же люди живут. Это не люди. Это расходный материал. У нашей бабушки точно такой же домик был. Ты разве не помнишь, мы к ней на каникулы приезжали? Сестренка, ну ты же знаешь базовую теорию. Материал не должен жить в домиках. Материал должен слиться с природой. Они же гибнут. С точки зрения эволюции, это ничто. Одни гибнут, другие крепнут. Просто более ускоренный естественный отбор. А я не вижу в этом ничего естественного, с условием того, что решение принимает Ультима. Сестренка, да хорошо, что принимает решение Ультима, а не ты. Представляю, какой был бы ад. Да иди уже.
Миша, я тебе шею сверну, понял меня? Да. Вы же с поверхности, да? Что у вас здесь происходит? Это что вообще за место? Вы же с Игорем пришли. Он вам ничего не рассказал? Я не знаю никакого Игоря. Он мог называть себя майором. Ее рубашка. Кира! Полный. Ее здесь нет. А где она? Не мешай. Ее увели. Кто увел? Куда? Ну, говори, ну! Она жива, но она глубоко, под землей. Там есть тело. За ним придут те, которые глубоко. Не стреляй в них. Так, Питон и Кота, спрячьте лодку. Ага. Пошли. Прочешите весь берег. Ну, найдите его, понятно? Вперед, вперед! Думаешь, Игорь жив? Да, конечно, он жив. Андрей его обязательно найдет. Может быть, он ранен. Когда я увидела в последний раз, был жив-здоров. А потом нас начали бомбить дроны. Господи, лишь бы он был жив. Кажется, шевельнулся. Игорь был бы так счастлив. Думаешь, он родится живым? Конечно, живым. Что за вопросы? Потому что у нас дети живыми не рождаются. Прости. Прости, я забыла. Это все Ультима. Она посылает дроны. Дроны распыляют аэрозоль. И проблема решена. Проблема решена? То есть вы делаете это специально? Не мы, а Ультима. Вы заправляете эти дроны. Да пойми, отказаться нельзя. Ты тоже беременна. Что еще? Разрешите, я вам кое-что покажу. Кажется, шевельнулся. Игорь был бы так счастлив. Ты тоже беременна. Ай, как лихо все закручивается. Ультима, ты это видела? Приемлемый вариант. Более чем. Аж вдвойне. Не верится мне, что она одна к нам пожаловала. Где-то должны быть ее приятели. И ты? Их? Найдешь? Свободен. Да это же они майора несут.
где тогда Кира? Сейчас у Нюха спросим. Давай за ними. Ты что делаешь? Нет нужды прятать то, что нам больше не понадобится. Не понял. Ты что, снова будущее видела? Недалеко. Бывает один ответ. Часто. Сейчас не так. Сейчас ответов много. Смотри. Завтра это дерево, для которого сегодня это корень. Для цыгана завтра это так. Для Гоши вот так. А для нас? Вот для нас с тобой. И лодка нам больше не нужна. На тот свет ты бы успел. Тихо. Опа. Вот это гадюшник. Штурмовать-то нам его все равно придется. Подождем. Всем снять защиту и отправить в утилизатор. Выйти из бункера, отойти на 30 метров. Затем вернуться обратно. Выполнять. Они в противочумных костюмах. Ну, значит, боятся чем-то заразиться. Значит, у них там чисто. Ну, чище, чем здесь. Костюмы новенькие. Значит, костюмов у них много. Мертвого майора несли бегом. Куда покойник может торопиться? Еще дроны эти. Тайна какая-то. Ненавижу тайны. За каждой тайной скрывается куча дерьма. Тихо. А ты говоришь, все в противочумных костюмах. Пацаны, походу, позагорать собрались. Что они творят? Что-нибудь понял? Только то, что пацанов в расход пустили. Гадом буду, на этом цирк не закончится. Ты это слышала?
Это не опасно. Ты и это чувствуешь? У Гоши и цыгана нет волнения и страха, только интерес. Они не понимают, что происходит, но им интересно знать. А может, я... Нет, ты им сейчас там не нужен. Побудь со мной. Похоже, мне можно вообще ничего не говорить. Ты и так все знаешь. Тебе, наверное, со мной совсем не интересно, да? Интерес тут ни при чем, я с тобой не поэтому. А почему? Ты правда хочешь знать? Да. Потому что у тебя глаза голубые и губы красивые. Ой, да ну тебя. А еще потому, что у нас с тобой будут самые красивые и умные дети на всей планете. Два мальчика и одна девочка. Все в моих силах, майор. Сделаю все, что смогу. Не обессудь. Дежурная команда зачистки. На выход. Ультима. Ты слышишь, Сарынь? Я... Тебя слышу, Сарынь. Чего ты хочешь? Сарынь хочет покоя. Исполость погибла, и Сарынь стала в два раза слабее. Все идет как должно. Скоро все получат покой. И Сарынь тоже. С каких пор Сарынь стала отделять себя от всех? Сарынь видела. Ультима переродилась, и все стало иначе. Сарынь ошиблась. Тишина. Держи. Ты будешь им нужен. Ничего не бойся. Ультима, она не злая и не добрая, она просто Ультима. Она нас спасла, она нас кормит, лечит, а взамен мы должны просто работать. Делать то, что всегда делали, то, что всегда умели. Техники у нас обслуживают дроны, программисты пишут коды, а научный персонал ведет исследования. Почему бы вам просто не уехать отсюда? Куда и зачем? Здесь мы живем, а там что будем делать? Выживать? Да и ради чего? Не знаю, мне все равно кажется, что... Это Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Мы с вами знакомы? А я его тоже никак не могу вспомнить. Тебе не кажется, что это наш шанс? Кажется. Вот и познакомились. Бегом.